В общем, поставил я две донки. Одну с бойлом, другую с червем, кукурузой и опарышем. Что будет, неизвестно. Но что-то будет. Сейчас еще бомбарду заброшу и буду пробовать ловить чихонь. Или головля. Ну, в общем, кого Бог пошлет. Интересно здесь. Место интересное. В том году здесь ловил, было много бирюка. Сейчас посмотрим, кто тут будет атаковать наши приманки. Да, еще рыболовку поставил. Ну, на рыболовку надежды мало, конечно. Но, может быть, какой-нибудь рачок все-таки забежит. В общем, настроение хорошее, боевое. Кого-нибудь точно выловим сегодня. Очень, конечно, жаль, но бомбарду я оторвал. На нее, к сожалению, там клюнуло пару раз, и все. И то очень слабо. На донке вообще просто пока тихо вообще абсолютно. Причем у меня донки трех разных монтажей. На одной просто груз, ну такой довольно тяжелый, с бойлом. На другой, короче, кормушка, там червь, кукуруза и опарыш. А на третий червь, маленький груз. И на конце тоже маленький опарыш. Ну, в общем, пока тихо. Вообще не клюет. Время уже 5 часов. Вот птичка невеличка какая-то пришла ко мне. Вообще бесстрашная. Поймал я наконец-то свою любимую безотказную рыбку, бирючка. Но, к сожалению, тут вот почему-то вот больше никто не клюет. Поймался еще один мне чудо-бирючок. Но пока это вот все. Максимум. Вот что я тут нашел. Хотел червячков подкапать, нашел столик. Такой вот интересный. Супер грибок. А тут у меня есть еще одна вещь очень интересная. Выползок огромнейший. Вот на него реально может сом клюнуть. В общем, тактика ловли моей немножко изменилась. Нашел я в лесу выползка. Разделил его на три части. И насадил на три удочки. И вот на этой удочке у меня хорошо что-то дернуло. Но пока я выводил, или я не зацепил до конца, ну, в общем, сорвалось. Такая вот нехорошая история. А так клюнул очень даже прилично. В общем, что? Поймал я двух бирюков. Сошла еще какая-то хорошая рыбка, которая клюнула на выползка. Мужик, который вот, в общем, проезжал мимо, сказал, что он поймал трех карасей и одного сазана. Все поймал на кукурузу. Но на этом месте, говорит, где я ловлю, тут обычно вообще ничего не клюет. Так, всякая ерунда. Говорит, надо, в общем, туда подниматься, на другие ямы, чуть выше. И там, говорит, лучше клюет. А здесь почему-то вот так вот. Но сказал, что здесь есть сом. Ну вот эта рыбка, которая дернула, я не знаю, это либо голова, либо сомик был. Ну, опять же, я его не дотащил, он, видимо, и сорвался сразу. В общем, такая вот история. С
Собираюсь я тут потихоньку. Сейчас раколовку еще раз проверю свою ужасную. Там, видимо, ничего нет. Никаких раков. И вообще ничего. Скользну на кухню,